Семейный сорт из города Челябинска, с названием условным «Красный мясник». Красавчик, просто красавчик, великолепные крупные помидоры. Пока еще только парочку начало у него бланжеветь. Посмотрите, навязал огроменные кисти, крупный, просто красавчик. Сзади вот у него уже начали несколько томатиков спеть. Великолепный томат остается у меня на ПМЖ. Великолепный томатик, красный мясник. Высоту примерно, наверное, 1,80–1,90 м. Ну, к двум догоняет. Вот такой вот красавчик, красный мясник. Смотрите, какой у меня в руках томат. И у меня таких несколько плодов. Я их даже в одну руку взять не могу, они тяжеленные. Посмотрите, сейчас я вам взвешу. Это сорт под названием красный мясник. Посмотрите, какие тяжеленные плоды. Это с одного куста я снимала. 757 грамм. 799. И вот такой еще. Вот. 749 грамм. Сейчас я вам его разрежу. Покажу, какой он на разрезе. И скажу, какой он на вкус. Вот такой вот красавец. Причем, обратите внимание, рос в моей большой теплице, а плечиков у него нету белых. Он прокрасился полностью. Вот такой вот мясистый. Очень мало в нем семян в этом томатике. Сахарный на разломе. Это просто что-то. Один вот, вот посмотрите, какая одна арбузная сплошная мякоть. Сейчас я вам скажу, какой он на вкус. Сейчас скажу вам, какой на вкус этот томатик. Очень сладкий, кислинки почти даже не чувствуется. Очень мало семян, малосеменной совершенно томатик. Вот такой вот красный мясник.